Кстати, сегодня мы распакуем кухонную вытяжку испанского бренда Ката, модель V3 T600X. Что мы видим на этикетке у нас? Вес вытяжки без коробки 6,5 кг, в коробке 8 кг 300 грамм, серийный номер, подключение к сети 220-240 вольт, частота 50-60 Гц, габаритные размеры коробки 640 мм на 230 мм на 540, код, основное изготовление. И как видно по коробке, вытяжка у нас будет купольная. Давайте откроем, посмотрим, как вытяжка у нас запакована в коробке. Открываем. Так, что мы сразу видим? Переложено гофрокартоном. Двойной телескопический короб. Обратите внимание, в защитной пленке. Ее после монтажа мы снимаем с логотипом Ката. Далее у нас идет инструкция по монтажу эксплуатации. Лепестки обратного клапана. Судя по их размеру, диаметр 150 мм. Лепестки, вернее, планки крепления коробов и самой вытяжки к стенке. Саморезы и дюбеля. Так, далее вытяжка у нас переложена опять гофрокартоном. И, собственно говоря, сама вытяжка. Видно сразу, что она нержавейка. Так, вынимаем аккуратно. По краям тоже она переложена гофрокартоном. Его можно было достать и через верх. Так, сама вытяжка у нас еще дополнительно в полиэтиленовом пакете. Так, что мы видим? Классическая купольная вытяжка с механическим управлением. Также вся защищена пленкой от повреждений. После монтажа мы ее обязательно снимаем. Два жироулавливающих фильтра, светодиодная подсветка. Диаметр отвода у нас 150 мм. Имеется провод без вилки. Это очень удобно, если вам необходимо нарастить провод, и вы не потеряете гарантию. Но уже про более подробные характеристики данной модели мы вам расскажем в следующем видео.